Нетривиальная история для Карачаево-Черкесии. Впервые в республике проходит благотворительный арт-аукцион, с идеей проведения которого выступила организация «Самира» при содействии Министерства культуры республики. В экспозиции представлены работы художников из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Дагестана и Чечни. Свою ставку на аукционе сегодня сделала и Фатима Даурова. Делайте ставки, господа. Более 60 картин разного уровня от признанных мастеров художественного искусства Кавказа и тех, кто только начинает свой творческий путь, расположились в двух экспозиционных залах досугового центра «Очаг добра». Ценовая политика толерантная. Стартовые цены не аукционные, они ниже рыночных. Но организаторы надеются, что за время проведения выставки аукциона они поднимутся в рейтинге. Это позволит собрать больше средств для фонда, считает Людмила Капушева, директор благотворительной организации «Самира». Уже в первый же день вечером у нас были посетители, это было очень приятно. Пришли с семьей, с детьми, ознакомились с теми работами, которые на тот момент были выставлены уже. И люди уже начинают делать свои ставки. У каждого есть какие-то свои любимые работы. Уже внимание понятно. Все эти ставки, которые люди делают, мы на специальной странице, которую в Инстаграм открыли, выкладываем, чтобы вы могли, каждый человек, за своей любимой работой следить, смотреть, какие там идут изменения по стоимости этой работы, и вовремя сделать свою ставку, чтобы забрать ее в пятницу. Выставку посетил и министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Ведомство, которое он возглавляет, принимало непосредственное участие в организации и проведении арт-аукциона. Министр оценил картины и даже сам сделал ставку. Я приятно удивлен. Конечно, наша республика богата талантами, это широко известно, но когда в одном месте такие разные работы, это, конечно, впечатляет. Несмотря на то, что выставочный зал не самый большой, но здесь очень уютно, и каждая работа нашла свое место. Я, конечно, себе присмотрел парочку, надеюсь, что сможем поддержать и художников, и тех, кому нужна помощь вот в таком чудесном проекте. Уже в эту пятницу вечером будут подведены итоги аукциона. Все средства, вырученные в результате этой благотворительной акции, будут направлены на приобретение лекарственных средств для тех, кому действительно необходима помощь такого рода. Много подопечных и много новых заявителей, которым нужна действительно лекарственная помощь. Имеется в виду те люди, которые не получают помощь эту бесплатную от государства, так как не имеют права, да, на нее, но при этом находятся в тяжелом положении финансовом и не могут сами жизненно необходимые лекарства себе приобретать. На самом деле оказалось, что таких людей очень много, и не всегда это дорогостоящее лечение, но оно необходимо. Приобрести особенно понравившийся лот для своей коллекции и одновременно сделать доброе дело возможно для каждого. И для желающих сделать свои ставки двери арт-аукциона открыты. Добро пожаловать в мир искусства и территорию добрых дел. Фатима Даурова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия.